Привет, с вами программа «Молодежный проспект» и я ее ведущий Андрей Михайлюк. Лето нам дарит то жаркое солнце, то холодные дожди. Хорошему настроению это нипочем. Начнем нашу прогулку по Летнему проспекту. В новом выпуске ты узнаешь, как долететь до облаков без крыльев, о творческом конкурсе будущих журналистов. Мода 60-х вновь на вершине популярности. Творческий конкурс для будущих журналистов по уровню сложности и эмоциональному накалу не уступает ЕГЭ. Провести новостной выпуск перед камерой – испытание не для слабонервных. Чтобы попасть на творческий конкурс, Юлия Узнова преодолела несколько сотен километров по трассе Пермь-Челябинск. Но расстояние не помеха мечте. Еще 5 лет назад девушка твердо решила – станет журналистом. Пока Юлии удалось поработать в печатном СМИ, но для нее это только начало. Журналистика – профессия многогранная. Журналист он и историк, и юрист, и философ, и тот же пожарник рабочий, он может себя везде-везде попробовать, при этом он показывает людям жизнь не только изнутри, но и снаружи, и политическую, культурную, и социальную сферу. В планах девушки попробовать себя в качестве корреспондента и на телевидении, и на радио, и даже на просторах интернета. В этом ей поможет журфак Южноуральского госуниверситета. Уже который год в нем осуществляется подготовка журналистов, которые могут работать во всех видах СМИ. Но сначала всех абитуриентов ждет испытание. Творческий конкурс не просто экзамен, а неформальная проверка будущих студентов. Каждый год абитуриент журфака ЮРГУ показывает свои способности и таланты. Творческий конкурс дает ребятам шанс почувствовать себя настоящими журналистами. За 2 дня такой возможностью воспользовались около 100 ребят. Защиты детей. Начался он с награждения. Сейчас все больше людей отмотивированных в профессии в журналиста, потому что есть интернет, есть средства массовой информации школьные, и почти у каждого есть возможность попробовать. Если человек попробовал себя в газете, на телевидении, радио и отравился этой профессией, он наш, остальному мы научим. Творческий конкурс проходит 2 этапа. На первом абитуриенты писали сочинения. Им пришлось поразмыслить на тему молодости, героизма и виртуального мира. Потом будущие журналисты показали свое творческое портфолио. Те, у кого его не оказалось, написали тест. В заключении декан журфака ЮРГУ Людмила Шестеркина лично побеседовала с каждым абитуриентом. Самое интересное начинается на 2-м этапе. Для того, чтобы его пройти, абитуриентам предстояло подняться на 10-й этаж телерадиокомпании ЮРГУ. Здесь будущие журналисты, словно Илья Муромец, решали, пойти ли им налево и оказаться в радиостудии, или отправиться направо и попробовать себя в качестве телеведущего. На этом этапе ребята познакомились со своими будущими преподавателями. Член Союза журналистов России, доцент кафедры средства массовой информации Анатолий Ефименко, а также преподаватель кафедры Александр Кузева уже не первый год руководят работой в кадре. Именно они знают, какие качества нужны будущим телеведущим. В этом году никаких новшеств в проведении этапа работы в кадре нет. Все идет 3 года по старой схеме. Мы оцениваем телегеничность абитуриента, умение работать в кадре, умение справляться с волнением, привлечь аудиторию и правильно интонировать текст. В радиостудии работу ребят оценивала преподаватель кафедры средств массовой информации Наталья Романовская. Будущие студенты старались оставить о себе максимально яркие впечатления. Чтение стихотворений, исполнение песен – все это 2-й этап творческого конкурса. Сердце настежь, от тревог и сомнений очищу. Вдохну истину вместо фальши, радость выдохну вместо корысти. Самой оригинальной оказалась Яна Паначева. Будущая журналистка исполнила песню под аккомпанемент на гитаре. Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука об руку. Позади все этапы творческого конкурса. Его результаты ребята смогли узнать уже на следующий день на сайте Южноуральского госуниверситета. Теперь будущим журналистам остается ждать результатов приемной кампании 2012. А кто из абитуриентов будет носить гордое звание студента журфака ЮРГУ, мы узнаем уже в августе. Может ли человек взлететь как птица и дотронуться до облаков, добраться до высоты в 3000 метров? Для этого нужно совсем чуть-чуть. Ветер, огонь и любовь.
подняться в небо и дотронуться до облаков. Обычно практика для воздухоплавателей. Аэростат может взлететь до 3000 метров, а при наличии кислородного оборудования – до 10 тысяч. Воздушный шар – это один из самых безопасных средств для полета, если нет осадков и сильного ветра. Почему люди не летают как птицы, однако летают? Самым первым летательным аппаратом, придуманным человеком, был воздушный шар. Для полета не нужен реактивный двигатель, только мастерство пилота, горячий воздух и ветер. Прыжок с парашютом, портрет маслом или урок фехтования. Именно таким сюрпризом вы можете удивить любимого человека. Полет на воздушном шаре – один из романтических подарков компании «Броско», которую она вручила молодой паре за самую красивую историю любви. У нас проводился в компании конкурс на самую романтичную пару «Броско» при поддержке наших партнеров, покорителей неба, которые нам и осуществили этот полет, собственно. То есть мы выбирали самую яркую, необычную пару в стиле «Броско». Игорь и Татьяна познакомились в необычной обстановке. Ребята состояли в группе по поиску погибших в Великую Отечественную войну. Общее дело их объединило, а потом появились чувства. Игорь и Татьяна любят активный отдых и экстремальные развлечения. Полет на аэростате был их заветной мечтой, и она сбылась. Страшновато, поджало. Но потом, как взлетели, так все, душа успокоилась, начались мысли. Аэростат пролетел над землей 17 километров. Согласно традиции, ребятам пришлось пройти обряд посвящения, очень необычный. Начинающим воздухоплавателям поджигают волосы и тушат шампанским. Сначала было очень страшно. Первые, наверное, 2 минуты. Потом просто уже начинаешь наслаждаться красотами, видами вокруг. Очень классно, очень интересно. Захватывает дух. Воздушный шар, на котором взлетели ребята, был в форме сердца, и это неспроста. В этот же день Игорь и Татьяна решили пожениться и отнести заявление в ЗАГС. Несколько десятков лет назад вечернее платье твоей бабушки было писком моды. Кто сказал, что одежда предыдущих поколений не станет вновь популярна? Винтаж – новая тенденция сегодняшнего дня. Советская девушка в городе сегодняшнего дня. Ей всего 20, каждому наряду в ее гардеробе не меньше 40 лет. Ей восхищаются, ее не всегда понимают. Если бы у меня была возможность так одеваться, то я бы, наверное, не рискнула, потому что нужно обладать недюжинным талантом сочетать вещи правильно и красиво. Всегда иметь свой неповторимый стиль – девиз, который Аня Рысева усвоила от бабушки. Именно бабушка – главный модельер и проводник девушки в мире одежды прошлого века. Это немецкое платье. Я в основном старалась покупать одежду, которая была произведена в ГДР. Я с большим удовольствием носила это платье. Оно было очень нарядное. Но оно теперь тоже принадлежит моей внучке. Сначала совсем не интересовалась моими вещами ни в какую. Хотя я ей предлагала вещи, которые ей бы хорошо подошли, как раз. Нет, она их не надевала. Я считаю, толчком послужил фильм «Стиляги». Фильм вышел в январе, а в феврале была в Челябинске первая стиляжная вечеринка. И мы решили с подружкой пойти. И нам так было интересно, сразу же опять попросила бабушку, чтобы она посмотрела, что-нибудь подобрала, мне помогла подобрать что-нибудь из своего гардероба. И она нашла вот это платье. Увлечение Ани лишь на первый взгляд кажется старомодным. В Музее истории моды 20 века мы узнали, сегодня стиль 60-х – модная тенденция современности. Сейчас происходит некий такой микс многих десятилетий. Есть тренды, которые более актуальны, допустим, 70-е, да? Это такая элитарная мода, это минимализм 90-х, это какая-то силуэтная
серебряная линия 80-х годов и яркое сочетание 60-х и 70-х – это очень яркие насыщенные цвета. Аня к помощи стилистов не прибегает. В подборе одежды и аксессуаров ориентируется исключительно на свой вкус. Удивительно, теперь в ее гардеробе нет места обычным вещам. За каждым нарядом девушки целая история. Пиджак от костюма Шанель, о котором рассказывала моя бабушка, который шит в стиле Коко Шанель. Его шила моя прабабушка. Эта юбка стала моей первой любимицей из юбок. Летом я всегда беру ее с собой, она очень удобная и очень красивая. И когда-то бабушка купила ее всего лишь за 3 рубля. Мне кажется, она бесценна. Эти вещи – это семейная реликвия. Вот когда я их надеваю, я чувствую, что со мной рядом мои близкие. Когда-то в этих вещах ходила моя бабушка куда-то, когда-то в них ходила моя мама, и теперь могу их носить я. Просто те вещи, вот этот ширпотреб, который делают сейчас, разве я его смогу передать по наследству своей дочери или, возможно, там, своей внучке? Друзья и знакомые Ани уже привыкли к ее внешнему виду. Даже молодой человек оценил такой образ своей любимой. Мужчины делают комплименты, особенно когда это какие-то юбки, особенно когда подчеркнута фигура, подчеркнута талия. А твоему молодому человеку? Да. Молодому человеку нравится? Молодому человеку нравится и... Да, скажи вот именно как молодому человеку, потому что этому девочкам важно знать. Да, это потом покажет. Я думаю, что, возможно, он когда-то обратил на меня внимание именно благодаря моему внешнему виду. Не обратить внимания на такую девушку невозможно. Другое дело, насколько легко каждый день притягивать к себе взгляды окружающих. Я встречаю улыбки на лицах прохожих. Мне это нравится. Еще Оскар Уайльд говорил, что каждое искусство совершенно бесполезно, но только не искусство хорошо одеваться. Старая кофта, леггинсы и мамина школьная сумка. Иногда для создания интересного образа нужно просто посмотреть в настоящее через бабушкины винтажные очки. Очень хочется в Советский Союз. Очень хочется снова и снова. Очень хочется в Советский Союз. Шепнуть чебурашки на ухо два слова, опять и опять. Очень хочется ась улететь на миг 25. Наша программа подошла к концу. Наслаждайся летним отдыхом. Август пролетит незаметно. До скорого выпуска. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did.